Начнем. Значит, в сосуде, показанном на рисунке, находится ртуть. Горизонтальное сечение трубок одинаковое. Так? В левую трубку налили воду. Высота столба, который 80 мм, а в правую масло. Ну, давай воду наливать. То есть. Вот мы синеньким наливаем воду, да? Понятное дело, что здесь она как-то там вниз уйдет. Так ведь? Сказано, что вода H у нас 80 миллиметров. В правую масло какое-то налили. Ну, давай таким вот. Правое масло высоты H0. Ну вот так вот, да, мы не знаем, сколько он там будет. Высота H0 у масла, так? После этого в средней трубке уровень ртути поднялся на 5 миллиметров. То есть тут он поднялся, вот этот уровень, да, сюда поднялся. На дельта H он поднялся, да. Найдите высоту H0 столба масла, налитого в правую трубку. Значит, и даны плотности. Плотность воды дана, масло и ртути, да. Плотность воды у нас ρ, плотность масла ρ0, и плотность ртути у нас ρ1. Вот так. Значит, можно делать как бы двумя способами. Вначале налить воду, посмотреть, насколько здесь поднимется, насколько здесь поднимется. Потом налить масло и посмотреть, насколько здесь поднимется, насколько здесь поднимется, да? Вот так вот делать. Можно, наверное, сделать, что одновременно мы сделали, и смотреть, сколько уравновешивает одно другое. Сейчас придумаем как. То есть мы знаем, что если мы возьмем какой-то уровень, и внизу будет ртуть, то уровни одинаковые, соответственно, станут. Давление будет на этих уровнях одинаковое. Вот если мы где-то тут возьмем уровень. Да, вопрос, мы тут не знаем ничего, насколько это вот вода туда уравновесилась. Но мы можем найти вот вода. Мы же можем сейчас по воде уровень взять и посмотреть вместе с ртутью. Вот так вот, если возьмем, мы в принципе поймем, какой, сколько воды, сколько ртути уравновешивает. Можем так сделать. Итак, по маслу взять. Либо первым случаем давай. Налили воду, посмотрели, насколько ртуть поднимется. То есть она будет подниматься там вот по объему одинаковому. То есть если вода какой-то здесь объем продавила, этот объем равномерно тут распределится. Понятно же? То есть если вода, ну, а не объем, например, на 10 сантиметров вниз ртуть продавила, то ртуть на 5 здесь повысится и на 5 здесь повысится. Потом, например, налили масло сюда, так? И масло, вот уже имеющуюся ртуть, ну, на какой-то объем, ну, примерно 2 сантиметра вниз сделало, да? Значит, 2 сантиметра распределяться здесь. Тут один, соответственно, и тут один. Вот. Вот можно как-то так сделать. Ладно, сейчас будем думать. Так, у нас аж 5 миллиметров, да, поднялся. Так, ну что, ну давай здесь сделаем как. Здесь у нас аж, пускай вода опустилась здесь на x. Вот так, на x она опустилась. Да, что А масло опустилось на y от первоначальной высоты, да? Вот у нас первоначальная высота была. Вот это, да? Это первоначальный уровень ртути был. Вода на x, а масло на y, так? То есть масло слабее продавливает, так сказано. 155. Так, это мы сделаем. Дальше, что мы можем сделать? Что мы можем сказать?
по поводу этого. Так, вода на х, масло на y, да? Смотреть, как они уравновешиваются. Смотреть, как уравновешиваются, да? И... Но никак уравновешивается. У нас получается... Я правильно понял, что у нас H воды? Ну? Ну, то, что H воды. Где? Оно уменьшается до высоты... Ну, H воды, это H воды, оно не особо-то и... Не делается как-то. Ну, смотри, то есть вот мы по x, предположим, что x больше, чем y. То есть вода сильнее продавила. Так? Значит, изначально у нас уровень какой ртути везде был? X, 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 правильно? Вначале был уровень 3x на s. Это как бы объем был ртути. Вот на этом уровне, выше этого уровня. И он должен равняться, ну, тому объему, который получился. Тут у нас объем 0 стал, тут стал x плюс дельта h. А здесь стал x минус y. Понятно? То есть мы отняли. Вот, эти объемы должны равняться. S мы сократим. Что мы получим? X плюс x, 2x тут x, значит получается x будет равняться дельта h минус y. И будет сколько? X плюс y равно дельта h. Вот мы это понимаем. X плюс y дельта h. Другой вариант. Y больше x. То есть это сильнее продавился, да? Тогда что будет? Вначале было 3y на s равно. Тут у нас станет 0. Тут станет y плюс дельта h. А тут станет y минус x на s, s сокращаем. И мы видим, что опять же так, 3y равно 2y минус x плюс дельта h. Соответственно, мы также получаем, что x плюс y равняется дельта h. Вот, это мы вот как бы из этих соображений мы понимаем, что без разницы, что там с x, с y, мы просто берем x, y, и вот мы знаем, что x плюс y равно дельта h. И вот уже начинаем думать. Начинаем думать. Вода уравновешивается ртутью, так? То есть, первый случай x больше y. Первый случай. X больше y, тогда по воде смотрим. Что мы понимаем? Что ρ, g, h, давление воды вот на этом уровне, равняется давлению ртути вот на этом уровне. Это что такое? Равно ρ1 g x плюс дельта h. Это давление ртути. Так? И смотрим по маслу. По маслу будет по y смотреться. Значит, масло это что? ρ0 g дельта g h0. Давление масла. Оно уже вот на этом уровне смотрится. А этот уровень что? Что за уровень? Это x минус y. X минус y. Ну, это вот масло, насколько продавило. Это же x минус y. Плюс дельта h. Плюс дельта h на ρ1 на g. Ну, сейчас посмотрим, что у нас. У нас g сокращится. G сокращается, да? Так. Мы можем за g сократить здесь. Без g. И смотреть, что получается. Ро h, да, у нас? Это нам известно, ро h. Ро h известно, так? Ро 1 известно, так? И дельта h известно. Мы же сможем отсюда x найти? Сможем. Ну, давай найдем x, да? Значит, x плюс дельта h равно ρ h делить на ρ1, так?
Значит, x равен ρ h делить на ρ1 минус дельта h. Ну, давай посчитаем. Ρ это ρ воды на ρ1, да? Это как бы 1 поделить на 1,36. Так. И минус дельта h это 5 метров 0,0 метри, сколько мили? 1005, да? Посчитаем. Посчитаем. Один поделить. Так, не 36, а 13,6 у нас. 13,6. 7 минус 0,5. 0,06 получается. 0,68. То есть умножить на 1000. Получается 68,5 миллиметров. Вот настолько он воду продавил. Видишь, когда интересно. Ну, вот мы x нашли, так? Теперь мы можем y найти. Тут пишем, что у нас получается. Из второго, вот из этого. Ρ0 поделить на ρ1, да, это делить на это, равно x минус y плюс дельта h. И еще h0, да, у нас здесь есть. Тут еще h0. Но мы h0 не знаем, да? И y не знаем. Так, x мы нашли, да? X мы нашли. А, ну и мы же знаем, что еще x плюс y равно дельта h. Так ведь? А x у нас получилось 68, значит, y какой-то отрицательный будет. Ну, давай y-то найдем. Чему равняется y? Если x плюс y дельта h, соответственно, из этого случая y должен равняться... Мы из x из 0,05 должны вычесть. X, да, должны вычесть. А, нет, мы можем вот подставить x сюда... Дельта h у нас 2 будет дельта h. Ну ладно, так получается. 68,5 минус 5. Получится минус 63. Минус 63,5 миллиметра. То есть как будто y вверх пошел. Вот так. Ну так получается. Y пошел вверх. Ну, в принципе, это нам нормально. Все и подставим. Значит, x минус y сколько это будет? Х у нас 68 и минус минус 100, значит плюс 68,5. Это будет 132, то есть здесь 132. Алло. Алло. 132 плюс 5 у нас получается. Алло. Слышишь меня? Меня да? Слышно? Да, все. То есть здесь получается 137. Меня слышно? Да. Слышно. Все нормально. 137 получается миллиметров. И тут ро на ро 1. Смотрим. 800 на... Делить на 13. 600. 0,05. Да? У нас получается h0 умножить на 0,058. Равно 0,137. Переворачиваем. 17 умножаем. Получается тогда h 0, 2 и 3. 2 и 3 метра, да? Видишь, какая интересная. Ну и второй. И второй случай, да? Просто y больше x. Это же x мы пока так сделали.
Так, сейчас я тут уберу это. Пока такой ответ интересный. Так, второй случай. Что? Второй случай. Y больше X. Вот у нас то же самое сейчас будет. Будем считать. Y больше X. Тогда что? Тогда что? Ну, по воде-то мы возьмем вот то же самое. По воде вот возьмем то же самое. У нас что будет? То есть вода с ртутью уравновешивается, а Y без разницы. Ниже-ниже, он же уравновесится. То есть вода, в принципе, не поменяется, да? Вода не поменяется. У нас дельтаж получается, интересно. У нас дельтаж получается, тут интересно. У нас это ниже. Так, давай нарисуем вот так, так, да. Чтобы показать, что больше, да? Вот он так. И вот уровень вот этот идет. Но по x мы можем вот так взять, это так, а тут y. Тут продавился на y. Тут y плюс дельта h. А тут y минус x. Ну да. Тут то же самое. Получается x. Знаешь, что x плюс y равняется дельта h, да? X плюс y равно дельта h. Найдите высоту H0 столба масла. Так, секунду, у меня экран ваш чуть-чуть залагал. Сейчас ждем. Не пишется. Давай подождем. Так, вот у нас предыдущий был распор. Сейчас мы посмотрим. А, все. Так, у нас же там получился этот X-то. Вот первый случай такой же. X получается 68, да? Почему? Потому что вниз уходит. Это, конечно, странновато, что P0. Роже, H у нас 80. Я тут, наверное, где-то 80 потерял, что ли? Ну да, я тут 80 потерял, и вот ошибка из-за этого. 80-то потеряно в первом случае. Я тут 80, похоже, забыл. У нас же это 80, то есть 0,08 здесь, да? 0,08, да, здесь у нас? H. Что-то 80 поделить на 13,6. Столько. Вычесть 5. Получается 0,8, то есть x равен 0,8 миллиметра. Вот оно как. А если x 0,8 миллиметра, соответственно, y уже другим будет. Сейчас мы пересчитаем. Пересчитаем. Тут-то неправильно все. Все неправильно, да? Y тогда чему равняется? Y будет равняться минус 2 плюс 5, 4 и 11 миллиметров. Это мы Y нашли. Тогда X. У нас здесь что? X минус Y. А если наоборот, будет y минус x. Ну, надо положительно посмотреть, что будет здесь. То, скорее всего, y минус x можно поставить, и то же самое будет. А y минус x это что? Это вот из этого отнять вот это. То есть минус 0,8. Здесь получится 3,3 плюс этот 0,5. Ой, плюс 5, да? Получится 8,3 здесь миллиметра.
получится 8,3 умножить на ро 1 13,6 и равно это ро 0, это у нас 0,8 умножить на h 0. Вот сейчас посмотрим, сколько у нас h 0 получится. 13,6 умножить на 8,3 делить на 0,8. 141 у нас получается. 141,1 миллиметр. Вот так. Вроде так. А если наоборот мы сделаем? Вот это запишем. То есть типа y больше x. На первое это не повлияет. И мы также x найдем. Вот так вот мы найдем x. И потом также y найдем. У нас же было x больше y, видишь? А тут 0,8, а тут 4. Не получается. Значит, вывод какой? Y больше x. Раз y больше x, то мы здесь запишем вот, вот это равенство как? Ро 0 на h 0. Ро 0 на h 0 равно вот этому. Ро 0 на h 0 равно... Так, зачем мы тут x минус y делаем, интересно? Равно, наоборот, y, вот этот y, да, плюс дельта h. Ну все, тогда y плюс дельта h здесь будет. И мы сейчас пересчитаем и всегда, думаю, ответ получим. Так, вот это вообще уберем, наше рассуждение уже нам не надо. Все, сейчас напишем. В общем, получается, мы... Просто нашли x из первого случая. Вот он у нас получился. 0,8 мм. Y получился столько. Все, теперь пишем вот для вот этого уровня, да? Вот для этого уровня мы пишем уравнение. Тут у нас масло. Давай, напишем. Это что? Это ρ0 на g на h0. И равно вот этому уровню. Равно y плюс дельта h. На g на ρ1. На g сокращаем. И получаем. Что получаем? Нам же h0 надо найти. Y плюс дельта h. ρ1 делить на ρ0. Так? Все, и осталось посчитать. Y у нас... Ну, в миллиметрах, ладно. Ро 1 это у нас 13600 делить на ро 0 на 800 будет 17, так? Получается 17. И умножить на y у нас 4.11 плюс 0, ой, плюс 5 миллиметров. Получается 9. 9 умножить на 17. 154. Получается 154,8 миллиметров. Вот, вот правильный ответ. Вот все, задачка получилась решена. Хорошо, давай заново с рассуждениями, да, я сейчас проговорю, чтобы понятно было. То есть мы когда налили воду, налили масло, мы не знаем, что сильнее продавило ртуть, вода или масло, так? Мы рассматриваем два варианта. Считаем, что вначале вода продавила масло сильнее. Тогда у нас получается здесь сильнее. Но при этом и при вот этом у нас в любом случае получается, что x плюс y равно дельта h. Вот это важно, первое, что мы понимаем. Все, теперь пишем уравнение. Если x больше y, то мы делаем по воде равенство. Вот, эти, вот этого столба, первого и второго. Написали ρ h равно ρ1. X плюс дельта h. G сократилось и просто нашли x. X получилось 0,8. А если x 0,8, то y у нас получается 4,1. Значит, x не больше y, а значит, y больше x. Но если y больше x, когда мы вот так вот сделаем, то это уравнение также оно не влияет, потому что здесь равенство воды и ртути. А здесь уже у нас масло и ртуть.
И мы уже пишем вот для второго и третьего уравнения, вот это равенство, вот для вот этих вот дел, для второго и третьего пишем. Что мы здесь видим? Что вот тут вот уровень по маслу берем, вот этот уровень берем по маслу. Тут у нас чисто масло, а тут у нас y, вот насколько мы продавили, плюс дельта h. Вот я пишу y плюс дельта h. Все, подставляем, получаем 154 миллиметра. Вот такая задача. Сможешь рассказать? Попробуем. Получается, у нас при помощи условий уравнений, ой, условий задачи мы можем составить уравнение. Уравнение для высоты воды. Это у нас получается P 0. Умножить на y, умножить на h0 равно в скобках y плюс d плюс, ну, дельта h, закрывается, умноженное на p1. В таком случае у нас h0 будет равно y плюс дельта h умноженное на p, на p1. Разделенное на P0. Получается равно 17. Ну, 17 еще надо умножать на 17. Умноженное на... Самое первое, что x плюс y равно дельта h, это ты понял, как получилось? Да, примерно. Это понятно. В общем, так, это у нас задача была. У нас